Ну, расскажу о каких ремонтах, что у нас произошло. Так, первое, это непредвиденный ремонт вот такой вот штуки. Не знаю, как это получилось. Но вот рычаг Игорёк уже поставил на скорости, молодец. Рычаг сломался, сейчас попробую найти его, показать. Это вообще для меня... Ну, вот так он выглядит. Вот так вот его сломал. Так что вот такое тоже бывает. Следующий достали. У нас такой опрыскиватель есть. Такая бочечка. Ничего я не занимался. Я купил все там по дешевке 1000. За 10, наверное. Ну и оставил, чтобы она была. Только из-за бочки. А эту так маленько подвосстановили, вон, поменяли. Шланги, все. И еще приключилось. Вот такая вот херня. То ли там забыли кто-то что-то слить. В общем, течет. Я так понимаю, что это фильтр. Я не знаю, ни разу не связывался. И как это называется, для чего это надо. Ну, я так понимаю, что это фильтр. Ну и вот сейчас я попробую маленько воду слить и замажу еще раз таким двухкомпонентный клей типа эпоксидной смолы. И, наверное, попрыскать хочу картошку. И основное стали собирать вот этот трактор. Сняли вчера колесо, полуось, стекла. Купили подшипники. Подшипники у нас 1150 рублей. Вот такие, сейчас покажу, какая фирма. Кто знает, хорошая или нехорошая. Скажите. Этот переключение пониженный, повышенный. Взяли тоже вон поменять. Так, по мелочи. Крышку на всякий случай взяли. Что-то она у нас дешевая, 350, наверное. Эти копейки, что-то по 50 или... Не помню. И взяли саму, потому что здесь рычаг разбитый. Болтается он. Я будем собирать, покажу дальше. Это все собрали, поменяли. Гайку не взяли. Гайка нужна. И вот так он болтается. Не знаю, посмотрим, потечет, нет, но вот это, мне кажется, надо поменять. Ладно. Сейчас снимать будем. Снимают только, знаешь, кого? Вон. Есть у нас один. Делаешь-то, блин? Жесть. Это техническое пойдет. Кому пойдет, кому нет. Сейчас купили две ленты, хмуты, которые. Короче, у нас 500 рублей. Сейчас покажу, какая. Одна. А здесь повышенная, пониженная. Ага, выработка почти больше половины. Ну, Серега у нас, он не пользуется им. У него восьмая прямая. Да, сейчас Игорёк вот будет смазка для, не пойму, для чего? Для контакта. А, я думал, для какая-то другая смазка. Для полового контакта.
Уже забыл, как стоит, что ли? Ой, смотри, что-то шарик не ходит. Не ходит? Слышь, а он там есть вообще? Там внутри забитый, что ли? Хоть тебе новое, да? Блять, еще один. Однорукий. Ты закрой и сверху молоточком может ударить. Во. А то выскочит на. Не попадаешь. Попадаешь, видишь ты? Все, встало, да? Тоже может длинный. Может, стоять должно либо на повышенной, либо на пониже. И нейтралки нет? И здесь то же самое. Чуть не попал, видать. Ага. Видишь, Даш, какую вещь нашел, бля. Ах, охренеть. А чего хорошего-то? Нашел. Так я себе ее держал, бля. Уже 4 года. Вещь супер ценная и редкая. Почему? Потому что... Тракторов уже нету. А что, там другой уже механизм стоит? Там же сейчас газовый цепитель строчки идет. А. И на большой кабине, да? А, насос другой, 45-й, я понял. Так что вот так. Газа у него ручника нету? Нет, он есть, но он есть с другой стороны, еще через трос. Да, и она маленько другая, Серег. Я не помог, какого-то положения еще нет. Ну ладно, не столь важно дело, потому что она есть. И шпильку бы вбил сразу. Шпильку, она помешает этот болт крутить. А, мешало? Понял, понял. То есть одну выбили. Потому что мясорубкой мешало крутить, да? Упереть просто во что-то ее надо. Угу. Уперите. Низ, низ, упрется сейчас, давай. Угу. Кажется, хватит, Серег. Ты бы не особо его накручивал. Да, что, без усилий. Да и ты его, наверное, не будет без усилий. Ты че? Тут с усилием. Да не будет, ты че? Хватит. Он сейчас стоит. Не крутится. Чуть-чуть крутится, все нормально. Но хватит.
выключил. Да, да, нормально. С усилием, да? Тот, да. Тот до хрена закрутил. Хватит, Серег. Сейчас он подсоедет еще. Отойдет, да? Да, нажмется. Хорош, бля. Свернешь сейчас. Измамил. Ага. А мясорубке похер. Да.